мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Накануне в честь праздника «Весны и труда» в Доме правительства состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Тыва. Глава Тувы Шалбан Караул отметил госнаградами лучших работников разных отраслей за неоценимый вклад в социально-экономическое развитие республики. Уважаемые участники церемонии, в числе сегодняшних награжденных люди, добившиеся ярких, значимых результатов в самых разных сферах деятельности – образовании, здравоохранении, культуре, спорте – почтовой и радиорелейной связи, благоустройстве и правоохранительной деятельности. Я хотел бы, дорогие земляки, всех вас присутствующих здесь, поздравить с наступающим праздником весны и труда, пожелать каждому из вас доброго здравия и, самое главное, творческого такого хорошего подхода к труду, к развитию своего родного края, потому что вы в этом видите особый смысл жизни. За это я вам очень благодарен. Всего наград были удостоены 18 человек. Это работники сельского хозяйства, артисты, спортсмены, представители образования, здравоохранения, животноводы и так далее. Хочу выразить слова благодарности всем, кого я люблю, ценю. Это мои родители, моя семья. Отдельная благодарность моим однокурсникам, конечно же, коллегам, моему родному театру, где я выросла с малых лет. Ну и, конечно же, отдельно благодарность моему мужу, который терпит мои трудовые будни, ведь, как говорится, артисты – это ненормальный народ. Поэтому это ваша заслуга, это заслуга моих зрителей. Конечно же, большое спасибо правительству Республики Тыва, Министерству культуры. Данная награда дает мне новые силы для дальнейшего развития и, конечно же, большой стимул для достижения поставленных целей. Спасибо. Высокого звания заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации удостоен Бата Кунга, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Ургай Эрзинского района. Ургай Эрзинского кажуна заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Тыва. Благодарность президента Российской Федерации вручена Дженни Чамыян, заслуженному мастеру спорта России. Благодарности главы республики получили Ульяна Мангуш, уборщик территории города Мублогоустройства, и Ульяна Андар, почтальон 3-го класса отделения почтовой связи Судхоля. Также почетными грамотами главы республики были отмечены 5 человек. Кроме того, глава крестьянского хозяйства Сумона Чаасур Авюрского района Борис Шожап был удостоен звания заслуженный животновод Республики Тыва. На реках Тувы наблюдается повышение уровня воды. Об этом сообщает служба ГОЧС Республики. По данным Тувинской гидрометеорологической службы, на водных объектах Республики Тыва на 26 апреля зафиксированы следующие уровни воды. Река Енисей, город Кызыл, подъем на 85 сантиметров. Река Большой Енисей, село Торахим, подъем на 38 сантиметров. Река Малый Енисей, село Сарыксе, подъем 30 сантиметров. Река Малый Енисей, город Кызыл, подъем 49 сантиметров. Река Кызылхем, подъем на 20 сантиметров. Хемчик, в поселке Име, подъем на 5 сантиметров. Река Эрзин, подъем на 9. Тапса, в селе Карахак, подъем на 5 сантиметров. Глава Тувы Шалбан Караул своим указом ввел 2 новых почетных звания для успешных табунщиков и подробно разъяснил свое решение в собственном блоге. Основной смысл нового указа в присвоении наездникам определенных званий и титульных знаков к национальному головному убору. Победителю соревнований по конным скачкам на разной дистанции, проводимым в национальном празднике Надым, присвоит звание чемпион Республики Тыва по конным скачкам, чемпионам различных аллюрных заездов, проводимым на национальном празднике Надым, а также победителям 2 и более соревнований по конным скачкам республиканского значения, будет присвоено звание «Отличный наездник Республики Тыва». Всадникам 2 и более раз становившимися призерами, обладателями байза на национальном празднике Надым, а также победителям 2 и более соревнований по конным скачкам республиканского значения, будет присвоено звание «Сильнейший всадник Республики Тыва».
С 28 апреля по 2, с 5 по 7 и 9 мая в столице Тувы запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках. Исключение – предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах или отдельно стоящих в нежилых зданиях города. С целью пропаганды здорового образа жизни и борьбы с алкоголизацией населения руководителям предприятий общественного питания, расположенных в отдельно стоящих в нежилых зданиях, мэрии Кызыла рекомендовано в период праздников снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки на его основе. 1 мая в Кызыле планируется перекрыть движение транспорта на некоторых улицах. С 9 до 12 часов движение будет приостановлено на улице Ленина от пересечения с Кахем до пересечения с Гагарина. На это же время планируется перекрыть участок улицы Кахем возле Хюрет-Сеченлинг и перекресток Отчетова-Кахем. С 11 до 15 часов проезд транспорта будет запрещен на улице Ленина от пересечения с Тувинских добровольцев до Гагарина. Впервые в Кызыле выставка живых тропических бабочек. Летают и даже садятся на руки. Ежедневно с 11 до 19 часов в Национальном музее. С 27 апреля ежедневно, без выходных, в Национальном музее контактная выставка рептилий и пушистиков. Фото-видеосъемка бесплатно. Десятого мая исполнится 100 лет со дня рождения героя Советского Союза, танкиста Хамушку Чургуёла. Накануне юбилея легендарного земляка депутаты Хурала-представители Кызыла на 52-й сессии единогласно приняли решение присвоить имя героя новой школе Кызыла, лицей номер 16 в микрорайоне «Спутник». С инициативой присвоить имя героя вышли побратимы столицы, Тесхемский район республики, где в послевоенное время в селе Бертак работал легендарный земляк. Чургуёл нам Гаевич Хамушку, тувинский и советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 10 мая 1918 года в селе Хунделен, ныне Барунхемческого района. 75 лет назад, 20 мая 1943 года, в годы Великой Отечественной войны, Чургуёл Хамушку в составе первой группы добровольцев Тувинской Народной Республики отправился на фронт. В стадионе имени пятилетия Советской Тувы прошла республиканская спартакиада молодежи Тувы до призывного возраста и Лига военно-патриотических клубов в рамках всероссийских и международных игр «Армия-2018» на призы главы Тувы. Всего в спартакиаде приняли участие 6 команд и более 80 человек. По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете завоевали школьники из села Кызылмажалык Барунхемческого района. Второе и третье места присудили команде села Хайракан Улухемского района. В 7 приграничных малых селах Тувы в текущем году будут отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты. К 30 июля будет завершен ремонт в селах Акерик, Ошинат Исхемского района, Качик Эрзинского и Солчур Авюрского районов. С 15 августа начнут работу обновленные фельдшерско-акушерские пункты в 3 селах приграничного Авюрского района – Саглы, Тустах и Часур. До 2020 года запланирован капитальный ремонт 22 ФАПов в селах Тувы. В 5 населенных пунктах Арбанах, Катазыч, Каловка, Севи, Ленинка, Куран, где нет возможности открытия ФАПов, предусмотрено оснащение домовых хозяйств медицинскими укладками. В Арбан-Куран медицинская укладка уже доставлена. В рамках программы проводится также обучение медицинских кадров из числа коренных жителей сел. Накануне на базе художественной школы имени Нади Рушева стартовал ежегодный республиканский конкурс фестиваля учащихся детских художественных школ «Радуга искусств-2018». Снова в Туве за право называться самым талантливым ребенком собрались юные дарования со всего региона. «Радуга искусств» – это фестиваль исполнительских работ учащихся детских школ искусств. Это ежегодный конкурс, объединяющий талантливых детей, способствующих выявлению одаренных и перспективных художников, совершенствованию педагогического мастерства –
развитию творчества детей и художественного вкуса. И в этом году побороться за звание «Золотой кисти» 2018 приехало около 40 школьников со всех районов Тувы. По его итогам присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи республики в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». «29 апреля в центре Азии состоится Всемирный день тайцзи-цюань, который собирает тысячу людей по всему миру в парках, на стадионах и спортивных залах, чтобы вместе заняться спортом, стать более сильными и молодыми». Федерация Ушу Республика Тува совместно с Туинско-Китайское общество «Содружество» приглашаем жителей и гостей города Кызыла на Всемирный день тайцзи в центре Азии «Путь к долголетию». Начнется в 10 часов. В программе будет проходить мастер-класс, китайская гимнастика тайцзи, а также показательное выступление по ушу, стихи, песни, танцы. С 27 апреля по 6 мая в городе Кызыле для своих посетителей открывает двери выставка экзотических бабочек. Все подробности далее. Только здесь вы можете насладиться всей красотой мира этих удивительных насекомых, которых на выставке представлено около 30 видов. Это бабочки из Индии, Китая, Египта, Америки и многих других стран. Экскурсия будет познавательна и интересна для посетителей всех возрастов. Во время экскурсии вы узнаете, где и как рождаются бабочки, чем они питаются, почему их нельзя брать за крылья и много других фактов об этих интересных и прекрасных созданиях. Бабочки свободно летают по залу. Их можно подержать в руках, покормить, посадить на плечо и сделать красивое селфи. И все это абсолютно бесплатно. Побывать на выставке бабочек вы можете ежедневно с 11 утра до 7 вечера в Национальном музее города Кызыла. Билеты приобретайте в кассе музея. Родители и дети старше 3 лет проходят по обычной цене билета – 200 рублей, а все дети до 3 лет – бесплатно. Действуют групповые заявки на посещение выставки. Откройте для себя удивительный мир. При покупке билетов на каждую выставку вы получаете скидку. По многочисленным просьбам покупателей компания «Вавиол» травы Тувы начинает продажу натурального меда с разных регионов России. И хотя мед собирают практически на всей территории нашей страны, существуют самые разные условия для получения меда высокого качества. Компания «Вавиол» закупает мед только у сертифицированных и проверенных пасечников Башкирии, Алтая, Казахстана и Дальнего Востока. Для убедительности качества продукт проходит лабораторные исследования во избежание вкусовых добавок. Также исключают тепловую обработку, чтобы сохранить полезные свойства меда. Тепловая обработка нужна, чтобы убрать кристаллизацию в меде и сделать его однородным. Однако следует знать, что кристаллизация – это естественный процесс, указывающий на натуральность меда. Фасовка меда осуществляется в недорогую тару, чтобы избежать удорожания продукции, и жители Кызыла могли приобрести мед по выгодной цене. Уже хотите порадовать себя и свою семью вкусным и полезным лакомством, и не только? Тогда приходите в фирменный магазин «Травы Тувы» по адресу Чульдум, 44, напротив торгового дома «Алексеевский». В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой дождь, мокрый снег. В Кызыле перемена облачность без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы до 12. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем плюс 16 плюс 18.